Освящение часовни совершил архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон 6 ноября 2009 года. Каждый год в день памяти святой покровительницы студенчества мученицы Татьяны сюда приносится ее образ с частицей святых мощей. Поистине необыкновенны слова святителя Филарета Московского, сказанные при освящении Татьянинского храма в Московском университете и осмысливаемые здесь. Итак, вот дом молитвы под одним кровом с домом любомудрия. Святилище тайн приглашено в жилище знаний и вступило сюда, и здесь основалось и утвердилось своими тайнодейственными способами. Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагорожению человечества. Снисходительно со стороны религии возблагодарим ее снисхождению, благоразумно со стороны науки похвалим ее благоразумие.